Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 24 сентября 2020 года. Нахожусь я сейчас возле администрации на Свято-Осиевской площади, возле центрального фонтана, который сейчас слышен. Вот из администрации вышли какие-то чиновники, что у них там, видимо, какое-то совещание было, может, кто-то приехал. Погода сегодня замечательная, просто жарко, солнечно, небо чистое. Часовня Святого Осии, ну и зеленые газоны, конечно, идеальное состояние газонов. Здесь их не мучают, как в других местах, где травка только начинает буквально на 5 сантиметров отрастет. Приходят мужики с косилками и все налысо срезают до самой земли. Вот. Это тоже, кстати, проблема не только Анапы, но и других городов. Там почетные граждане Анапы. Стенд. Ну и вот такое вот одно из немногочисленных мест Анапы, где приятно находиться, где все сделано по уму, удобно. Вот, кстати, там тоже фотографируются. Что у них там? Какой-то, видимо, был сходничок. Скорее всего, там и отдыхающие наши. Отдыхающие пошли на пляж. С голым торсом, с надувными спасательными жилетами. Вот, люди отдыхают, лето продолжается. Поэтому и вы можете еще приехать и застать замечательные деньки анапские. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех вам благ, до новых встреч!